Купить жетон для поездки в самарском метро стало проще. Минуя очередь в кассу, в специальном терминале можно расплатиться наличными или картой. Самарцы новинку уже оценили. Прекрасно, что за пару минут можно приобрести жетон на метро. Подошел, нажал две кнопки и никаких проблем. Ну, во-первых, это как лишняя касса, то есть не надо стоять в общей очереди, что опять вот актуально в сегодняшних условиях, когда у нас коронавирус, есть угроза распространения. Во-вторых, это можно купить жетон прям вот сразу, если я хочу поехать, я его купил и я прошел в метро. Либо, если у меня есть транспортная карта, любая, там общегражданская, школьник, если студент ли, эту карту можно пополнить. Пока аппараты работают в тестовом режиме, специалисты проверяют исправность техники. Скоро персонал метрополитена пройдет обучение и будет помогать самарцам пользоваться новинкой. Мы планируем их уже запустить, так скажем, в тестовую эксплуатацию, чтобы наши сотрудники, находясь возле этих аппаратов, могли помочь пассажирам разобраться с меню, которое здесь расположено. В полную силу аппараты заработают через 2 недели. Планируется до конца июля установить такие современные терминалы на всех станциях самарского метро. Обычные кассы также продолжат свою работу. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».